Всем привет. Вы на канале Макса Шопа Гулика. Вот и подошла очередь очередного видео для любителей покупок на Алиэкспресс. Я решил немного отойти от подборок с инструментами и выбрал для вас 15 суровых автотоваров. Подборки с инструментами будут в следующих видео. Поехали! Начнем с универсальной кнопки управления магнитолой на руль, которая заменяет стандартный пульт управления. Каждая кнопка программируется индивидуально. Вы легко сможете переключать музыку и менять громкость, не отвлекаясь в это время от дороги. Ссылки на несколько вариантов я оставил в описании. Фляжка в форме канистры. Изготовлена канистра из нержавеющей стали. Вместительностью 150 грамм. Отличный подарок для себя и для ваших друзей-автомобилистов. Светодиодные лампы головного света. Светит гораздо лучше обычных ламп. Цвет белый. Мощность каждой лампы 8000 люмен. Световая температура 6500 кельвинов. Питание требует от 9 до 32 вольт. Во время заказа можно выбрать любой цоколь, так как есть все самые популярные. GPS-трекер. Это маленькое функциональное устройство, по которому можно при помощи специальных сервисов в интернете отследить точное местоположение вашего автомобиля. А также это GSM-сигнализация с магнитным датчиком, который можно установить, например, на дверь вашего гаража или дома. Управляется это устройство с телефона при помощи SMS-команд. И после срабатывания вам придет оповещение в виде коротких текстовых сообщений. Универсальные наклейки для защиты вашего бампера. Данная накладка состоит полностью из резины и крепится на двухсторонний скотч 3M. Резиновые накладки несколько выигрывают у пластиковых собратьев, как по качеству амортизации, так и по внешнему виду. Многие знают, что резина лучше пластика защищает бампер, так как бампер изготавливается из легкого пластика и в случае столкновения страдает в первую очередь. Дальше парктроник, для которого не нужно сверлить задний бампер. Передатчик установлен в держатель номерного знака. В комплекте есть необходимые части для установки. Магнитолы на базе Android, которая ставится в штатное место. Ссылки на разные модели будут в описании. Классная вещь для автомобиля. К ней можно подключать камеру заднего вида, видеорегистратор, флеш-накопители с музыкой и фильмами, ТВ-тюнеры и другие устройства. Подсветка управления на руле, запуск от ключа и еще десятки интересных фишек, в том числе поддержка климата и сигнализация об открытии дверей багажника. Кнопка старт-стоп, которая подойдет для любого автомобиля, даже на советский автомобиль. Монтируется довольно легко, а использование вообще простое. При одном нажатии включается режим АЦЦ, при двойном нажатии включает зажигание. А чтобы завести ваш автомобиль, нужно удерживать тормоз и нажать на кнопку. Инструмент для снятия обшивки с дверей автомобиля. Без специального инструмента это сделать довольно-таки сложно, и тем более без должного опыта и сноровки. С таким инструментом вам не придется мучиться с отверткой и всякими плоскими шпильками, чтобы снять обшивку. И не придется бояться, что поцарапается лакокрасочное покрытие двери под обшивкой. Такая вот полезная палка-ковырялка. Диодная лента на фары уже давно с большим успехом вытесняет галогенные лампочки из автомобиля. В данной ленте каждый светодиод находится в круглом силиконовом цилиндре с линзой на конце. Клеится боком. Сама лента помещена в ПВХ-трубку длиной 60 сантиметров. Световая полоса получается без разрывов и не видно отдельных светодиодов, что смотрится довольно интересно. Цвет белый и желтый. Данная лента крепится любой удобной вам стороной. Брелок со стеклобоем и резаком.
Он легко режет ремни безопасности, а при необходимости может с одного щелчка разбить автомобильное стекло. Пускай он никому и никогда не пригодится. Но на всякий случай можно заказать себе такую штуку. Подушка на ремень безопасности. Позиционируется больше как для детей, которые засыпают в автомобиле, но также подойдет и для взрослых. Ее достаточно легко зацепить на ремень безопасности и облокотившись спать. Внутри у нее мягкий поролон, сверху ткань такая же мягкая и приятная на ощупь. Ссылка в описании. Набор для полирования мелких царапин и затертостей. Поможет при легких поверхностных повреждениях лака, типа паутинки. Держатель с функцией FM-трансмиттера. Удобное приспособление, с прочной присоской. При помощи клипсы, можно легко закрепить мобильный телефон или навигатор. А благодаря FM-трансмиттеру можно слушать любимую музыку с телефона, в динамиках автомобиля. Устройство не требует специальных настроек, и с ним очень легко разобраться. В описании к видео оставлю ссылки на несколько вариантов таких держателей, в том числе с функцией Bluetooth и громкой связи. Магнитный уровень. Для снятия показаний угла развала колес различных марок автомобилей. Уровень с магнитной ножкой используют перед демонтажом стойки амортизатора. После замены стойки предварительная установка развала колес происходит по снятому значению развала. Сам уровень крепится с помощью магнита непосредственно к вертикальной поверхности тормозного диска, что значительно облегчает и ускоряет выполнение работ. Для тех, кто еще не экономит на покупках, советую зарегистрироваться в кэшбэк-сервисе EPN. С помощью простых действий можно сэкономить приличную сумму денег на покупках. Его процент в некоторых случаях достигает 90%. А это весьма приятно. Вывод средств удобным для вас способом. Ссылка на сервис EPN, а также на видео с инструкцией в описании. На этом все, друзья. Очередной мой топ подошел к концу. Если вам понравилось, то оценивайте видео лайками и пишите комментарии. Ну и конечно же подписывайтесь на канал. Также не забывайте про то, что на покупках можно прилично сэкономить. Все ссылки в описании.